Здравствуйте. Сегодня мы проводим предпродажный осмотр двигателя, снятого с автомобиля Infiniti G36 2007 года выпуска, объемом 3,5 литра VQ35HR. Пробег двигателя составляет 105 846 километров. Производим визуальный осмотр двигателя. Дефектов не выявлено. На данный двигатель имеются сопроводительные документы, грузовая таможенная декларация. Производим визуальный осмотр свечей зажигания. Двигатель работал исправно. Производим осмотр цилиндров эндоскопом. Стенки цилиндров в отличном состоянии. Также осматриваем клапаны. Поршни в отличном состоянии. Присутствует небольшой нагар. Также имеется видеообзор работающего двигателя. Работа мотора отличная, все жидкости на месте, все присутствует. Работа мотора отличная. После осмотра двигатель маркируется термопломбой, индикатор перегрева. Перед размещением на склад двигатель законсервирован. Двигатель готов к установке.